книга настроения, книга характер, совершенно удивительно рождественские морозно-зимние иллюстрации, где вот красный и белый цвет являются доминирующими, сцены сельского, деревенского такого детства завораживающие. Но у этой книжки есть еще необыкновенные качества. Дело в том, что мы в эту книжку включили два перевода этого стихотворения. Один текст идет именно вписан в картинку, как книжку-картинку, а в конце книги мы вставили текст Марии Галины и Аркадия Штыпеля «Другое прочтение». Поэтому ребенок и взрослый могут иметь повод для того, чтобы сравнить разные стили перевода, типы перевода и понять, что такое Олтер де Ламер в разных прочтениях. Очень красивая книжка.